Французский Страсбург и немецкий Кель соединяет мост через Рейн, по которому проходит внутренняя шенгенская граница. Беспрецедентный поток мигрантов в последние месяцы вынудил некоторые страны шенгенского пространства восстановить контроль на прежде полностью прозрачных границах. Здесь тоже появился полицейский пост. На пути из Германии в Страсбург, в этом символическом месте под названием «Мост Европы», полиция может остановить и проверить вашу машину. Многие европейцы боятся, что эпоха свободного передвижения внутри ЕС скоро закончится. Рядом в Европарламенте идут дебаты о судьбе Шенгена. Общее настроение – усилить охрану внешних границ и выдворять экономических мигрантов, говорит депутат от голландских социалистов Кати Пири. Общественность будет, как и раньше, поддерживать прием беженцев, только если выдворять тех, кто на самом деле не беженцы, а экономические мигранты. Нам нужна строгая миграционная политика, чтобы иметь возможность по-прежнему принимать беженцев в Европе. Ребекка Хармс, депутат от германских «Зеленых», признает, что миграционный кризис и неспособность властей эффективно управлять им изменили настроение, вызвали беспокойство за безопасность и стабильность. Она подчеркнула важность охраны внешних границ Шенгена, но... Мы должны управлять внешними границами, с этими согласны все, и это должно быть общей ответственностью стран Союза. Сможем ли мы запереть наши внешние границы на замок? Захотим ли мы это сделать? Я бы сказала нет.